В принципе, да, ну, просто не владеем обычной информацией о каких-либо преступлениях. Ну, я думаю, что да, каждый добросовестный гражданин должен помогать. Я и без денег готов им помочь. Мне кажется, это все так будут отвечать, то есть это безопасность людей. Люди за это получают деньги, я почему должна время свое тратить на это, чтобы кто-то получал деньги? Нет, я не готова. А к чему это может привести? Вот, может быть, ну, полиция наша вообще тогда расслабится и ничего делать не будет.